И Брэндон Уильямс у Ван Бисаки 29-й номер. Поехали. Майк Дин, главный арбитр этого матча, дает. Не доходит мяч до Рашфорда. Ой, Прибутин Зиеш. И здесь опять параллели с амстердамским Аяксом. Они напрашивают. Было сделано им в сторону оппонента, в сторону Оли Гуннера с футболистом Юнайтед. Наоборот, Челси устремился вперед, пользуясь образовавшимся пространством. Но вот вплоть по атаке Ман Юнайтед. Вы видели, как он сейчас дирижировал, руководил мяч за пределы поля. Нарушение охотно делает. Ну и в карточке спокойно может отработать матч без Юнайтед. Неплохо. Ведь сегодня игрались два матча английской премьер-лиги. Борнмут, это казалось, что будет, по сути, стыковой в этом вопросе. Юнайтед выглядит теперь фаворитом в борьбе за Лигу чемпионскую четвертую строчку. И пока лондонцы идут вперед, удар по воротам. Неприятный для Давида Де Хея. Это Рис Джеймс бил. И заброс вперед. Это бои. И в итоге от ноги играет хороший, быстрый выход в атаку. И уже говорили молодежи в условиях трансферного бана. Лэмпорт справился на отлично. Соперника. Пас направо слишком сильно, но догонит мяч через Джеймс. И снова Аспиликуэта. И снова мягкий заброс уже на Маркуса Алонсо. И вот это момент. Но в воротах защитник Челси, а не мяч. И нарушение правил. Джиньо отмассировал ногу Бруно Фернандеша. Рывок вперед, снова мяч удержать вряд ли получится. Но только есть... Понятно, что есть футболисты, которых... И нарушение правил. Неосторожен был Оливье Жиру. Подбор за Маунтом, удар и угловой. Ой-ой-ой. Все жестче нарушение. Решфорду досталось в этот раз. Подкошенный свалился Португалию. Там же Майк Феллон. Ну а до тех пор уже привычная картина по никам Арсенала. Семича. И дальше случался гол, по сути, прямым ударом со штрафного. Хотя все были уверены, что это подача. Но здесь виден и... Бруно. И очень хороший штрафной зарабатывает Фред. Увидел, что немножко вскрыть, растормошить игру. Есть вот... Ух ты! Ну и, наверное, никто не будет спорить с тем. Стоячек ушел от двух футболистов Ман Юнайтед, а подачи не получается у бразильца. Рис Джеймс включился. Низом здорово сыграл. Зума ставит корпус. Да, время не помогло. Маунт. Ван Бисака делал рывок, но там не самый. И Фернандеш. И опять его бьют. Удар повышенный. Понятно также, что двое против него. Но тут еще и третий подключается. Здорово, здорово включился Дэниел Джейн. Тут в Лиге Европы хорошие перспективы. И двое на газоне опять. И вы слышали подсказ? Сначала no free kick, без нарушения, потом no cross, без подачи. И тоже, да? Ну вот эти традиционные жесты направлены. Не получилось сразу. Там очень вероятно сотрясение. И сотрясение. И снова игрок на газоне. И снова проблемы. Ой-ой-ой, здесь уже все совершенно... Точно по делу. Столкнулись головами Эрик Бои, Хэри Магуайр и... Направлен на то, чтобы перестраховаться. Вот сколько будет добавлено одному Дину известно. Уже несколько раз, да, пытался шутку про киллера. Вероятно, это как раз медицинский вертолет. Здесь момент был. Ман Юнайтед идет вперед. Пока, видимо, в 10 может быть остановки. И, в частности, произошедшие с Риком Бои. Тому виной здесь. Здорово. Вот это может быть очень интересно. Кавалье. Можно подавать. И момент еще. И гол! Оливье Жиру! Со
Сезар Аспиликуэта как главный ассистент Челси в этом матче здорово прошел по правому флангу и выполнил великолепную передачу. Вы видели, чтобы первый тайм длился час. Главной ударной силой в атаке Челси именно благодаря беде над Манчестер Юнайтед и также трофей. Удар поворотом! Ничего себе! Мейсон Маунт! Ничто не предвещало беды, и мы говорили только что про решимость футболистов Манчестер Юнайтед. Они хотели все изменить, они вышли на второй тайм раньше. Было видно. Многозначительный план. Нужны брови у Магуайра и, опять же, тяжелая травма, как выяснилось. С восьмой справа Джеймс, 24-й слева Алонсо, 3-й. В центре Коул, по сути, на позиции центрального нападающего. И в том эпизоде, когда на нас мы смотрели первый тайм, уже произошли после того, как были Эрик Баи после того эпизода. А потом еще один. Рашфорд, удар поворотом рядом со штангой. Да, эпизод со столкновением с Магуайром и Баи был сразу после того, как не идеальная передача на Риса Джеймса. И слишком мягкая обратно на Уиллина. Но вот, отличная передача вперед. Джеймс легко проигрывает борьбу, но в итоге свисток. Совсем молодой парень. Ух ты! С места без прыжка, но сильно акцентированно. Но... А Челси в атаке. Верен. Вот момент еще один у Маунта. Зарядил от души. Гринвуд в качестве проспекта. Ман Юнайтед, в принципе, Ван Бисака проиграл борьбу. Продолжает идти вперед. Здорово. Ри Джеймс. Там тяжело было Маунту добраться до мяча. Вот здесь опаснее ситуация. Ух ты. Сторону. И были бы, вероятно, сейчас тащится. И ошибка. Ой-ой-ой, какая ошибка. Сильно тяжело было принять этот мяч. Но в итоге мяч останется у Ман Юнайтед Англии. Но Юнайтед еще имеет время и возможность для того, чтобы все... Матич, очень сложная передача для Уильямса Артура после паузы, связанной с пандемией. И кубком полуфиналу матч и... Гринвуд. Раз на концовку Юнайтед может сил и не хватить. Может быть. Рашфорд. Ошибка. Дача направо. Это Джеймс. И угловой. Кентона 9 числа. Игра против Астон Виллы. 4 числа. Побил Джеймс. Поэтому это тяжелое спасение. А вот тут Дехе уже ничего не смог сделать. Антонио Рюдигер, кто бы мог подумать, делает счет 3-0. Форме Челси. По сути, число забитых голов. Пройдет штрафной Манчестер Юнайтед. В Кубке Англии у Арсенала 21 финал. Погба. Здорово. Фернандеш. Который получился в базу. И двойная замена у Челси. И здесь тоже освежение группы атаки. Прямо в стартовом составе. Оливье Жиру заканчивается. Минута. Времени все меньше. Понятно, что Марсиале, и вот Марсиаль по-прежнему с мячом, это пенальти. Сейчас разбег. Это что-то из Мариинского театра.